אנחנו בפרשת שבוע בראשית. Мы сейчас находимся в недельной главе Бытие. ואנחנו יודעים את הסיפור. И мы знаем рассказ. בריאה מושלמת. Было совершенное творение. חופש לבני אדם. У людей была свобода. והם לא התגברו על יצר הרע. Но они не смогли справиться со злым корнем. והגיעו למקום של פיתוי. И они пришли в это место искушения. נפלו. И там они упали. נשבר יציבות בבריאה. И разрушился весь баланс творения. ואגמיאז רצון לעשות רע מתגבר על רצון לעשות טוב. И с того времени желание поступить плохо обычно преодолевает желание поступить хорошо. ובגלל זה מי שמשקיע, מה שאמרנו היום לדניאל, מי שמשקיע להתגבר על רע, Элохим иварех анашим аэле. Поэтому то, что мы сегодня сказали Данику, тот, кто прилагает усилия для того, чтобы делать добро, Бог его благословит в этом. Ве им бен адам им лев патуах. И если у человека есть открытое сердце, аз ани маамин, Элохим игале ло гам Машиах, гам Йешуа, гам Капара, гам Аколь. То я верю, что Бог откроет ему и спасение, и Машиаха, и искупление, и все, что необходимо. אני רוצה לדבר היום קצת על שתי דוגמאות נוח ואברהם. Я хочу сегодня взять в пример Ноя и Авраама. וכמו שאמרתי, נושא של המסר לחוות את אלוהים. И как я уже сказал, название моей проповеди пережить Бога. אז יש פסוקים שאני רוצה לקרוא. Есть места писания, которые я хочу прочитать. А пасук решен, что они коре за Берешит перек шеш. Первый стих, который я хочу прочитать, находится в Бытие 6 главе. Пасук решен. Первый стих. Эле толдот Ноах. Ноах иш тадик тамим ая. Бедоротав. Эт ха-элохим италех Ноах. Первый стих. А, слиха, девятый стих. Пасук тейша, слиха. Девятый стих. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, но и ходил перед Богом. Есть пасук носав, что они рутели кро, за Берешит 17, пасук решен. И также Бытие 17 глава, первый стих. Вая Авраам бен 90 шана в 9 шаним, вира Дунай эт Авраам, вира Дунай эль Авраам, ויאמר עליו, אני אל שדי, תתהלך לפני, ויהיה תמים. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен. אנחנו חיים בארץ ישראל. Мы живем в стране Израиль. ורוצים או לא רוצים, ההשפעה של המסורת, и хотим этого или нет, но влияние традиции, традиция оказывает на нас достаточно большое влияние. И мы видим и слышим различные толкования Хазаля и в печатных изданиях, и по телевизору. Пируше шел Хазаль зель хахамим, шайо ахарей бейт амикдаш ха-шени, ובעצם הם יצרו את כל המערכת של הפירושים של התנ"ך. Толкование Хазаля — это толкование мудрецов, которые жили после второго храма, и они выстроили всю систему толкования Торы. ולעומת שאנחנו מאמינים בישוע ויש לנו ברית חדשה, и несмотря на то, что мы верим в Иешуа и у нас есть Новый Завет, לפעמים אנחנו כן מושפעים מפירושים של חז"ל. Иногда на нас да оказывает влияние толкования Хазаля. קודם כל אני רוצה להגיד שכן כדאי ללמוד. И, во-первых, я хочу сказать, что очень стоит изучать это. Потому что это еврейские толкования, и это правильное понимание священных писаний. Но в некоторых местах стоит включить фильтр. הם משיגים מטרה שהיא לא בדיוק אותה מטרה שקיימת נגיד בתנ"ך ובברית החדשה. Потому что иногда достигается та цель, которая не находится в Танахе или в Новом Завете. אז
И для информации, для общего развития, да, стоит учить все. Но именно в основу жизни взять Священные Писания только. Когда Хазаль говорят о Ное и Аврааме, они и Ное и Аврааму дают разные квалификации. Они говорят, что потому что написано, что Ное и Талех они говорят, что потому что написано, что Ной ходил с Богом, Авраам перед Богом, то у них есть разница в характере. Я учил и я слышал, что древние, которые писали Священные Писания, не очень сильно обращали внимание на каждое сказанное слово и выражение в Писании и не привязывались к нему, как сейчас мы изучаем каждое слово. Я помню, как я слышал и как ссорились два верующих. Я слышал, как поссорились два верующих, которые не согласились в том, что Царство Небесное и Божье Царство — это то же самое. Один думал, что то же самое, другой думал, что это разные вещи. Вы знаете эти выражения, да? В Евангелии от Матфея написано «Божье Царство», а не «Царство Небесное». А в Евангелии от Луки написано «Божье Царство». Люди, которые писали это, не сильно задумывались, а обращали внимание, какое именно слово они напишут. И естественно, Царство Божие или Царство Небесное — это совершенно то же самое. Но я понимаю, что даже с двух этих выражений мы понимаем только маленькую частицу. И ссориться по такому поводу — это просто глупости. Но опять-таки я хочу сказать, что когда Хазаль говорят про Ноя, они говорят, что он был праведник в шубе. Что значит это выражение? Он переживал только за себя. Он переживал только за свою семью. И вся его цель построения ковчега была спасти Ноя и его семью. И говорим, что זה מה שבעצם שם כתוב, הוא היה צדיק בדורותיו. написано, что он был праведник в роде своем. ומפרשים את זה שנגיד להעמיד את נוע מול אברהם, יצחק או יעקב, הוא היה בכלל שום דבר מולם, רק בדור הפרוע שהוא היה נולד, שם הוא היה צדיק. ככה אומרים חזל. И Хазаль толкует выражение «был праведник в роде своем», что из своего, в своем ужасном роде, когда все вокруг были злые преступники, отступники от Бога, он на фоне всех был праведен. Но если поставить его в сравнение с Авраамом, Ицхаком и Яковом, то там ни о какой праведности и речи быть не может. А когда Хазаль говорят про Авраама, то говорят, что он всегда был одним и из тех, который хотел спасения всего мира. Но если мы обращаемся к Новому Завету, мы видим, что Новый Завет их ставит на одну
планку праведности. Бон ифтах бавакаша бияхат эгерет эля иврим. Давайте мы сейчас вместе откроем послание к евреям. Ани мивакеш лемише эйн танах, аз тифтиху бапелефон, о тикху танах, ки акшав анахну курим эта псуким эля рак баеврит, барусит. У кого нет Библии, пожалуйста, или в телефоне ее откройте, или возьмите. Аз эгерет эля иврим. פרק 11. Евреям 11 глава. אנחנו קוראים מחמש עד 10, יוליה, בבקשה. Мы читаем с 5 по 10 стихи. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею судил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющий основание, которого художник и строитель Бог. Аз анахну роим по, шекше котев эгерет эля иврим, у махнисет Ханох, вет Авраам, вет Ноах, баото шура шел ацадиким, шаю млеим баэмуна. Мы видим, что автор послания к евреям ставит на одну линию веры и праведности Еноха, Авраама и Ноя. והוא אומר, תסתכלו על האלה, הם צריכים להיות דוגמה עבורכם. И он говорит, посмотрите на них, они должны быть для вас примером. אנחנו צריכים ללמוד מדוגמאות של התנ"ך. Мы должны учиться из примеров Танаха. ואם אנחנו פותחים ברית החדשה, если мы открываем Новый Завет, אז בלוקס פרק 17, את לא צריכה לפתוח. В послании от Луки 17 главе, מה פסוק 26 עד 27 נאמר? С 26 по 25 стихи сказано. כמו שהיה בימי נועה. И как было в дни Ноя. כך יהיה בימי של בן האדם. Так и будет в дни сына человеческого. אכלו, שתו, התחתנו. Ели, пили, женились, выходили замуж. ועד שנועה, ופתאום נועה נכנס לתיבה והגיע מבול. До того, как вошел Ной в ковчег и потоп истребил все вокруг. Аз рова маминим, кшемистаклим аля пасука за умрим, о, анахну црехим льет тамид муханим ле хагаа шела мишпатим. И многие верующие, которые смотрят на этот стих, говорят, мы должны быть всегда готовы к тому, что придет суд. Ве мацбеим о самим дагеш ва пасука за аль питомиют. И ставят ударение на этот стих, показывая, что все произошло внезапно. Но я думаю, что здесь можно поставить ударение в нескольких местах. Одно из выражений, которое говорит ко мне, думаю, что ко всем вам. Это характер Ноя. Он всегда верил. ובגלל זה אני נתתי שם למסר שלי לחוות את אלוהים, переживать Бога. И поэтому я назвал свою проповедь «Переживать Бога». О афилу лихиот им Элохим. Или даже жить с Богом. עכשיו, כמה דברים. Несколько вещей. אני מדבר על יחס עם Элохим. Я говорю про отношения с Богом. אתם יודעים, ב... יהדות, אם אנחנו מסתכלים על יהדות המודרני, если мы посмотрим на современный иудаизм, ואנחנו מסתכלים איך יהדות מתייחס עם אלוהים, и как иудаизм относится к Богу, ואני עכשיו לא מדבר על כולם, я сейчас не говорю про всех, כי יש קבוצות או יש אנשים פרטיים שלעומת כל מיני דברים הם אוהבים אלוהים. Потому что есть группы людей или, или разные индивидуумы, которые настолько близко имеют отношение с Богом, действительно от всего сердца хотят познавать Его и служить Ему. Но если мы посмотрим на систему в целом, которая называется сегодня иудаизм, она основана на двух вещах.
ללמוד פרשנות של התנ"ך. Во-первых, изучать и толкование Танаха. Киколе ешивот кирубам, им ло лумдим Танах, или лумдим Гемара, ве Мишна, ве Талмуд. А потому что все ешивот вообще во всем мире не изучают сам Танах, но не изучают толкование Танаха, что есть Талмуд, Мишна, Гемара и все остальное. Ведавар шини тфила шалош памим бьем. А вторая основа — это молиться три раза в день. Мецад эхад, они мамаш бауфен иши митрашем. Меяхолит ласот эдзе. Во-первых, я очень впечатлен этой возможностью и способностью. И верностью к этой системе. Но мы люди. Иногда переходим границу. Каха зе маше узерли, вани миштамеш бамаарехет. Они ломет паршанут, они מתפלל, אבל בתכלס, אין לי קשר עם אלוהים. Но у людей есть такая способность войти в систему и использовать ее для своего удобства. То есть мне удобно, да, это моя жизнь, молиться три раза в день, изучать толкование всех священных писаний, и все, на этом все. ואין הכרה אישית עם אלוהים. И нет личных отношений с Богом. מישהו בתרבות אחרת, кто-то в другой культуре. Ламат коль бокер лахил хатулим барыхов. Часть его культуры это каждое утро начинать с того, что он раздает кошкам уличным еду. И потом он говорит: я хороший человек, я забочусь о кошках. Банацрут. В христианстве. Особенно я сейчас говорю про протестантское христианство. Выстроилась другая система. Шам поход ломдим паршанут. Там меньше изучают толкование. Вы митпалилим рак ба... באסיפות או שם ופה לפני אוכל. И молятся на собраниях или перед едой. אבל הם לומדים תנ"ך. Но они, да, изучают Танах. ואני מכיר אנשים שהם לא יוצאים מהבית עד שהם לא קוראים חמש פלוס או כמה פרקים מהתנ"ך. Я знаю таких людей, которые из дома не выйдут, если они не прочитают как минимум 5 глав Танаха. ויש ביטוי כזה, אני מוריד כובע לפני בן אדם כזה. И есть такое выражение, что перед такими людьми я снимаю шляпу. כי הם נאמנים לדבר אדוני. Потому что они верны Божьему Слову. והראש שלהם מסוגלת לתפוס כל כך הרבה חומר. И их голова способна переварить столько много информации. וכל יום הם שומעים דרשות דרך אינטרנט או מוזיקה כל הזמן, השתחוויה או הלל מסתבר. Или каждый день они ходят с тем, что изучают, слышат различные также проповеди и включают прославление, и целый день находятся в этой атмосфере. Но и здесь тоже очень легко перейти черту. И выстроить себе такую систему, которая, вот ты думаешь, я думаю, что эта система помогает мне. אבל אם אנחנו קוראים על גיבורי תנ"ך, על אברהם, על יצחק, על יעקב, על נועה, но если мы читаем про героев תנ"ך, אברהמה, יצחק, יעקב, ינוע, אני רואה פה משהו אחר. То я вижу здесь кое-что другое. קודם כל אני לא מאמין שהיה להם תנ"ך כמו שיש לנו תנ"ך. Во-первых, я не верю, что у них был такой תנ"ך, который сегодня есть у нас. וכן, היה משהו כתוב לתזכורת. Было что-то написано для напоминания. אבל היה אצלהם מה שנקרא קשר ישיר עם אלוהים. Но у них было самое главное личное прямая связь с Богом. И толху им Элохим. Они ходили в Божьем присутствии. Камуван, кмоше мистика акшав мазбира лану. Так как мистика сегодня объясняет нам. Ше акшав лигалотет нохихут Элохим арбе ютер каше мезманей шел Аврааму, Ицхаку, Ноа. Что сейчас пережить присутствие Бога намного сложнее, чем во времена Авраама, Ицхака и Якова. Потому что во всем мире есть слишком много препятствий. Поэтому мы более привязаны к написанному слову.
Но все еще, но несмотря на это, из-за того, что написано в Евангелии от Луки, люди, как в дни Ноя, до того, как придет конец, не только чтобы пить, есть, покупать, продавать, вступать в брак, но также быть как Ной, то есть чувствовать Бога. Это то, что я хочу передать нам. Хай и то. Жить с ним. Ата миталех ве миталех и то. Ты ходишь и ты ходишь с ним. Ата осе кол авода шеба леха ласот, ше ламадета ласот, о шо игата ласот. У ата умед баханут, у ата умед ба университа, у ата юшев. במפעל, לא חשוב איפה, אתה עובד עם קירות או עם רכב, לחוות את אלוהים. То есть пребывать в Божьем присутствии, даже когда ты делаешь свою работу, учишься в университете, сидишь, делаешь свою работу на заводе, красишь стены, чинишь машины, неважно, чем ты занимаешься. Возможно, ты косметолог, и ты должен, обслуживая человека, иметь с ним отношения. Или ты программист, и ты делаешь свою работу, сосредоточившись на ней. Это когда мы делаем работу, мы не перестаем дышать. А наше сердце не перестает биться. А кровь не перестает течь. Им нуладета мехада мелимала. А если и если ты родился свыше, аз а хавая азоти Элохим хай би коль шния хевит льет итану. То значит, и хождение в Боге должно быть каждую минуту. Велицари арава не макир арбе анашим. И к моему большому сожалению, я знаю очень многих людей, ше эйн лаем хавая азот, что у них нет этого переживания. Ве кшани мистаке ло рак алеем аля. И когда я смотрю не только на них, но также на их детей, то я думаю, как этот человек может передать своим детям эту нужду пережить Бога. Потому что если он находится в системе и каким-то образом рад своей системе, тогда дети вырастут и где-то в 20 плюс скажут, все, меня больше это не интересует. Вы понимаете, о чем я говорю? Если мы не переживаем Бога, мы не сможем передать это нашим детям. А потом есть много, много разочарования. О, почему мои дети не верующие? Лиховот это Элохим. Переживать Бога. Они хошев аль машу доме дибер Йешуа им талмидав. Я думаю, что похожим говорил Йешуа со своими учениками. Омар, атем црихим ливалед мехадаш. Он говорит, вы должны родиться свыше. Лама? Почему? Бишвиль ота сиба. Именно из-за этой причины. Лиховот это Элохим. Переживать Бога. Ма усим? Что делать? Как улучшить эту сторону жизни? Во-первых, не оставлять изучение Божьего Слова и постоянную молитву. Хорошо, если эти две вещи присутствуют. Это как течение, которое может помочь тебе. Но, во-первых, тебе нужно открыть свое сердце. И сказать, отец, я хочу пережить тебя. Я хочу личную связь. Я встаю и иду спать. Или я иду к себе на работу. Я знаю, что твой дух всегда со мной. Когда я читаю переживания царя Давида, то это то, что было с ним.
הוא כותב, שהביתי אדוני לנגדי תמיד. Написано пред собой, я всегда, спасибо, видел Господа. לפעמים דוד היה עסוק במלחמה. Иногда Давид был занят войной. ולפעמים הוא היה מנהל קרבות. И иногда он вел бой. אבל שהביתי אדוני לנגדי תמיד. Но то, что он всегда видел пред собой Господа, это было у него. אני נמשך לאדוני. Я стремлюсь к Богу. אני רוצה לחוות אותו. Я хочу пережить Бога. אני קראתי בהתחלת האסיפה היום פסוקים. Я в начале нашего собрания прочитал сегодня места Писания. ושם במזמור 26 כתוב, רוצה להיות בבית אדוני כל ימי חיי. И написано, хочу пребывать в доме Божьем во все дни моей жизни. וזה לא מדובר על קהילה. И не говорится здесь про общину. או אפילו על משכן בירושלים. И даже не говорится про храм в Иерусалиме. אלה שיש לי קשר עם אלוהים. Но о связи с Богом. וזה משהו אמיתי. И это что-то настоящее. אתם זוכרים את הביטוי הזה מברית החדשה? Вы помните это выражение с Нового Завета? לא מוות ולא חיים. לא מלאכים, לא כוחות, לא יפרידו אותי מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע. Ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начальство, и ничто не отделит меня от любви Божией в Мессии Иешуа. Рак бытнай אחד. Только с одним условием. Мифаршим и мата ло тифне габеха лэлохим. Если только ты сам не повернешь свою спину к Богу. אבל זה לא נכון. Это неправильно. אם אתה לא תחווה אותו. Если ты не переживешь Бога. אם אתה לא תרגיש חיים שלו בתוכך. Если ты не прочувствуешь свою жизнь с ним. יש כל כך הרבה פיתויים שיכולים לשבור דרך שלנו איתו. То есть очень много искушений, которые могут разрушить наше хождение с ним. אני רוצה לקרוא לכם למשהו. Я хочу призвать вас к кое-чему. אתם באופן אישי, כל אחד צריך לעשות חשבון נפש. Каждый должен просто покаяться пред собой. Что, Максим? Ло? כל אחד צריך לעשות חשבון נפש. Каждый должен покаяться пред Богом. ואם אתה מרגיש שאתה רק טעמת את המערכת. Если ты чувствуешь, что ты только прикоснулся к системе. ואפילו שהמערכת הזאת עוזרת לך. И что эта система как бы помогает тебе. אבל אין לך את האמת איתו. Но у тебя нет этой истины с ним. תתפלל. Тогда молись. מי שדופק יפתח לו דלת. Тот, кто стучит, написано, откроется ему. מי שמחפש ימצא. Тот, кто ищет, найдет. רק שזה צריך להיות רצון אמיתי. Только это должно быть настоящее желание. כי אלוהים קרוב אלינו. Потому что Бог близок нам. ממש לידינו. Он рядом с нами. ממש ליד לב. Он рядом с нашим сердцем. ואז כל החבילה ביחד. И тогда вся эта, всю эту пачку мы получаем вместе. Ло литургика в маарехет. Не только литургия в системе. Эле ират Адонай. Но Божий страх. Вы аргаша. И чувство. Матов в мара. Что такое хорошо и что такое плохо. Вы яхолет литгабер аль ра. И способность победить зло. Машелю и цлихуа бней адам хакудмим. То, что не смогли преодолеть люди до этого. Шелухим язор лану. Чтобы Бог, пусть Бог поможет нам.